4 декабря в актовом зале администрации состоялось аппаратное совещание с участием руководителей служб и структурных подразделений муниципалитета. Совещание вел исполняющий обязанности главы города Курголи Кургулиев. В рамках повестки дня предстояло заслушивание отчета отдела статистики по итогам деятельности за 11 месяцев текущего года. Главный специалист Ислам Зирало в ходе своего выступления обозначил основные направления работы и задачи подразделения. Как и в предыдущие годы, направление статистики у нас осуществляется по ведущим, можно обозначить 5 направлений. Это федеральный сатучет, муниципальный хозяйственный учет, муниципальный статистический учет, межведомственная комиссия по налоговым сборам и по указанию главы городского округа был создан механизм информационного обмена базами данных между федеральным, региональным и муниципальными службами. Начну с первого, федерального статистического наблюдения. По этому направлению деятельности у нас есть введенные официальные статистические отчеты, которые мы должны ежегодно, ежеквартально установленные сроки с применением электронных цифровых подписей предоставлять Дагестанстат, Росстат. Эта информация проводится, эта работа проводится в полном объеме, никаких замечаний, нареканий в наш адрес у нас нет, у нас к нам, к ним, их, всех сторон к нам нет. И все бюджетные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, сама администрация, информация предоставляется и нами с применением электронной цифровой подписи в установленные сроки. Определенные неточности бывают, мы эту корректировку проводим и, соответственно, уточняем, если какие-то есть неточности. Что касается второго направления деятельности отдела статистики, отдела экономики, это у нас муниципальный статучет. Что это себе представляет? Согласно постановлению администрации, нам вменено обязательство по ведению статистического учета по ведущим отраслям экономики города Хасавюрт. Ну, это единственное, естественно, торговля, здравоохранение, образование, строительство, инвестиции, культура, физкультура, спорт, в общем, 15 направлений. Отделом статистики за отчетный период было рассмотрено около 30 писем и обращений, проведено 28 заседаний Межведомственной комиссии по налогам и сборам. Как отметил в ходе своего выступления Зиралов, для эффективного и полного ведения муниципального учета необходимо наладить обмен информационными базами данных между федеральными и региональными службами и органами местного самоуправления. Далее слово было предоставлено курирующему заместителю главы администрации Шамсудину Халитову. Все плановые задания на 2017 год городом Хасавюртом были перевыполнены за 100 и больше процентов. И при сравнительном анализе по другим городам, значит, мы находимся не в первой тройке, а на первом месте. На первом месте. Значит, не надо спускать эти контрольные цифры, которые даются в муниципалитет. Вот я не знаю, кто это придумал. Значит, правильно здесь сказали, кидают на внутреннюю политику, на экономику, значит, на Министерство финансов, на налоговую службу и так далее, и так далее. Значит, берутся 30 показателей. Какие? Первое. Ну, то, что Магомед сказал, за 3 года темпы роста, да, идут. Допустим, у нас темп роста неплохой. В процентном отношении, еще раз говорю, среди городов мы идем на первом месте. По доходам. По итогам выступлений Курголи Кургулиев поручил главному специалисту по вопросам статистики отдела экономического развития, стратегического планирования и инвестиций, а также всем ответственным службам оптимизировать работу ведения муниципального статистического учета, обеспечить прозрачность, доступность и достоверность сведений о ведущих отраслях экономики городского округа город Хасавюрт. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».